Thank you.
Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что потратили сегодняшний вечер на нас и пришли сюда послушать нас. Сегодня для вас будут играть Александр Попей на гитаре, Евгений Лебедев на рояле, Антон Ревнюк на контрабасе и наш Кравцов на барабанах. Сегодня вечер, являющийся как бы предпрезентацией нового альбома, в котором принял участие один из музыкантов, стоящих на сцене, это Александр Попей, остальные были американцы, и один наш русский трубач, живущий в Америке. Презентация состоится 15 числа, следующее воскресенье у вас, если будет желание, заходите. Вообще я вас всех приглашаю. Мы начали выступление с моего произведения, которое называлось «Магнит», о том, как все в нашем мире притягивается. Думаете о плохом — притягивается плохое, думаете о хорошем — притягивается хорошее. Советую думать о хорошем. Следующая песня будет на темы шотландских мелодий. Она так и называется — «Новая шотландская мелодия». Thank you.
Спасибо большое. Это была шотландская мелодия, шотландская песня. Не знаю, кому это что-то напомнило, или кто-то там был. Я лично там никогда не был, поэтому написал песню о Шотландии. Сейчас будет... У нас здесь гости из Шотландии. Плохо, хорошо, хорошо. По-русски говори? Little bit? Ну, ему понравилось. Понравилось? Хорошо. Очень рад. Спасибо. Thank you. Сейчас будет песня татарского композитора уже. Татар есть в зале? Да? Кстати, я знаю, есть наполовину. Так что будет татарская песня. Я так полностью, поэтому придется сыграть. Песня называется «Где ты была?» Целый татарский композитор Рустамбек. Thank you.
Спасибо большое. Рустем Ехин. И в заключение, наверное, нашего первого сета мы сыграем мое посвящение моему любимому писателю, который зовут Рэй Брэдбери. Звали. Я очень любил и люблю его читать, его рассказы, его погружение в разные миры. Это очень затягивает и обогащает, я бы даже сказал, потому что вообще любое чтение обогащает нормальную литературу, а для меня Брэдбери — это что-то такое очень, очень хорошее. Я надеюсь, что кто-то из вас тоже читал его и знает, о чем я говорю. Никто не знает? Знаете? А, хорошо. Пьеса будет называться «Король легенды».
Thank you.
Марат Кравцов, Антон Ревнюк, Евгений Лебедев, Александр Попий. Мы тоже аплодисментов, мы пойдем небольшой перерыв и вернемся к вам. Спасибо большое. Мы начинаем второй сет. Спасибо, что остались с нами, будете нас слушать, понимать. А мы будем для вас играть. Наш коллектив называется Connection, значит соединение. И всегда мы соединяемся не только в музыке, такие разные течения, веяния, но и соединяемся специально, чтобы поиграть для вас. Это одно из основных значений этого слова, которое я придумал для нашего коллектива. И сейчас звучит пьеса, которая как раз-таки так называется «Connection». Thank you.
Сейчас прозвучит пьеса, посвященная первому европейскому городу, в котором я побывал. Это Стокгольм. Посвящение его центральной части исторической называется, на шведском это называется «Камласта». Хорошая девушка Камила как раз подоспела к своей любимой песне. Так мое посвящение Стокгольму называется, пьеса называется «О, Камласта», это игра слов английского и шведского, если просто сказать по-русски, старый-старый город. Thank you.
Спасибо большое. Еще раз приветствую прекрасных этих музыкантов. Александр Потей, Евгений Лебедев, Антон Ленюк, Игнат Рожков. И в завершение мы сыграем мою еще одну песню. Она очень многим нравится. Называется она Follow the Sun, следуй за солнцем.
Thank you.
были с нами Александр Поспеев, Евгений Лебедев, Антон Демнюк, наш просторный долгожданный визит, вместе на Кадыше. Приходите 15 сентября в СССР на презентацию своего альбома. Спасибо большое.